То, что ты на крыше, и смотри, ты на маленькой крыше. Блин, полы зателепор... Опять. В этом ролике мы разыграем Гарри Смот. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Мони, Неон Кэт, Енот, Бульбазавр, как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Сегодня мы играем в Гарри Смот, карта, какой-то очень классный загородный дом, я буду в нем выживать за чужого, пацаны должны будут замочить меня, или наоборот, должны будут выжить. Если видите, кушайте, приятного аппетита, а у нас выживание в классном доме. Нет! Пацаны, вы готовы сегодня проиграть? Мы готовы победить, да. Ну-ну-ну. Пацаны, сейчас я буду сегодня очень победить. Красиво делать. Ну и как всегда, я буду в животе у кого-то 5 секунд и смогу вставать большим. Поэтому, о, пацаны... Нормально? Все хорошо, да. Да нет, тут уже забаррикадировались. А, пацаны, это вас не спасет. Блин, я промахнулся. О, я хочу убить тебя. В животе нельзя. Посидеть, в кишках. Не надо. В кишках посиди. Куда? Где это? Где нельзя это? Нельзя в окно обратно. Слышь ты, чувырла. Ну, давай. Махна, убил. А, нет, он в нем. Нет. Убивай. Блин, я уже нажал кнопку возрождаться и получается не успел. Всё. Доли секунды. Блин. Ах, да. Вы подлецы. Куда? Ребята, карта очень большая и запутанная. Отлично. Разбиваем здесь все. Пошел вон. Да не я, это Алён, ты другого. Ребята, ставьте лайк, если подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Не убили вы того, не убили кого, в ком я был. Ну что? Я выбираю енота. Енот, ты моя цель. Если я убиваю енота, то пацаны проигрывают, вся команда. Если что, я убиваю сразу и всех, и вся. Нет, ты должен остаться живым, то вы проиграете. Я убью всех. Я останусь живых, но убью всех. Ой, ой. Ага, конечно, каждый день. Ну иди сюда! Есть! А, енот живой остался? Ай, ты меня есть! Я победил. Комнату. You win. Ну это же чужой, он же может ломать картонные стены, он же очень сильный. Там была, получается, из гипсокартона конченная стена. Я всех, а ты меня, да? Так, ну что, ребята, теперь я выбираю цель Бульбазавра. А потом у нас будет мощная бомба, так что досмотрите до конца, потому что, как всегда, мы все взрывать любим. Так, Бульбазавр. Бульбазавр, где? Здесь. А какой Бульбазавра скин? Бонни. Никакой, у него нет скина. Отлично, спасибо. Зачем вы ему подсказываете? А сейчас все будет прикол. Бульбазавр Кленнер. Нет, убери это, у меня там все под контролем. А ну иди сюда. Где ты там мелкая? Будешь меня, да? Ого, ты псих. А ну можешь открыть? Закрой. Ах ты стрельбок. О, блин, я хотел, короче, в дом зайти и убить Бульбазавра. Мне конечно, чуть-чуть не хватило, чуть-чуть ума. Не умеешь попадать, не стреляй. Тихо. Осторожно, ребята. Здесь надо очень-очень осторожно. Меня убили. Блин, моментально убил его. Он вселился. Кого? А идет отчет времени. Он вселился, в кого-то убивайте. Кого-то вселился. И ты. Прям даже с запасиком делаю время. Ах ты! Да как? Я только возродился, он сразу меня убил. Ах ты пси! Все, прячься. Прячься и не вылазь. Где он тут? Он пытается залезть. Куда я иду Бульбазавра убивать? Не надо. Не убьешь. Да, убью. Я когда в него вселюсь. Я знаю комнату. Ты тварь, а? О. Вижу Бульбазавра. Не видишь. Вижу. Я его
Да как вы догадались, что это у... Да как? Енот, ты, блин. Читер. Он вчелился, он вчелился. Идет отчет времени, идет отчет времени. Убивайте. Убивайтесь. Все, вы не успели. В смысле? Ну я не убил бульбазавра, но теперь мне будет легче это сделать. Отлично. Слышь, отвали. Конечно. Отойди. Бульбазавр, он сейчас вылезет и все. А где у бульбазавра? Вижу. Я бегаю из Вижу. Бульбазавр, зайди в комнату. Да вон че. Зайдите с ним кто-то один. Я бегаю, чтобы он меня не поймал. Тю! Ты наивный. Да. Меня а, не убили! Я тебя убил! Его бульбазавр! Бульбазавр, тихо! Я его убил! Да убили, убили! Че бульбазавра не убили? Нет, бульбазавра не убил ты. Видишь, моя тактика работает. Для так этого у тебя там так... засунули в комнату. Да блин, это как-то быстро произошло. Я должен был там тактически как-то наступлять. Да, а где этот челефиздрик? Я его не вижу. Его нету. Ой, я буду, короче, с улицы пытаться зайти в окно сейчас. Так, какое где окно? Он там? Я знаю, что он где-то в окне выглядывал, так что. Стим, куёк, уйди сюда. Конечно, в окне. Я буду, сейчас, короче, буду пытаться в окно дамажить. Каждое окно дамажу. Это в бронетранспортере, давай. Так, нет, наверное, с окна не буду дамажить. Пойду, наверное, снутри дома. Снутри дома лучше. Все, начинаю атаковать изнутри дома, бегу. Так, одного вижу. А закрой, закрой. Прощай, подлец. Да ты задрал. Да скажите ему, что он читерит. У него пулемет шестистволка, очень мощный. Да не правда. Что, должно быть 3 пуля в минуту? Как его убить? Он очень, кстати, наигранный, очень. Так, давайте просто на дурака, а вдруг я его схвачу среди толпы. Полетели. Открывай дверь, ребят, заходите. Полетели. Ах, нет. Енот вонючий. Да ты затрал. Это разве честно? Да, ваншоты тебе честно. О, есть другой шанс у меня. Если я буду находиться на крыше, я смогу через крышу его дамажить, бегая по крыше? Ребят. Нет, ты можешь умереть. Вот это был четкий выстрел. Кстати, там этот скайбокс не мешает бегать. Испугался? Обосрался. Четко шар в голову, я тебе серьезно говорю. А я понял то, что ты на крыше, и смотри, ты на маленькой крыше. Блин, полы зателепо... Опять. Слышь ты, бульбазавр! Я? Я сильно разозлился на тебя, поэтому, ребята, сейчас будет очень жесткое нападение. Смотрите, что такое слово «рашить», вы знаете? Да. Это когда тебя убивают, куча людей. Пофиг, все вообще. Я закрыл его, я закрыл его. А я его убил, да? Мне один из вас. А че вы как-то А как вы как-то так? Бульбазар проиграл! Есть! Ребята, теперь у нас раунд номер 3. Это когда я должен найти бомбу и взорвать ее. Ну, я думаю, вот такая подойдет. А те, я не вижу ваша бомба. Нужна. Слишком большая бомба. Енот, ты где ее спрятал? Я пытаюсь выбрать нормальную такую. Я нашел. Вот на втором этаже, смотри. Во. Попробуем ее сейчас взорвать. Енот, ты где ее запрятал? А где ты запрятал бомбу? Я не вижу. Он ее не запрятал, он ее еще ищет. На самом видном месте я спрятал. Она маленькая, значит? Нет. Она большая? Нормально, да. Она где-то примером как пальма. Значит, я на улице запрятал, раз с пальмой сравнил. Это психологический прием. Я знаю. А где здесь пальма? Конечно. Пальма. Пальма есть. Пальма есть. О, аэрбот. Бомбы не видно. Уйдите все от бомбы. Да нет бомбы. Бомбы не видно. Подожди, а где? Я где она? Очень беспалевном месте спалятал. Да. Так, ребята, а где бомба-то? Игре. В доме. В доме? Охраняем дом. Да, в дом. Охраняем дом? Ту комнату, ну где ты охраняли и... бульбазавра. Ага, я вижу бомбу. Активируем. Прощайте, ребята. А что она не взорвалась-то?
Да будет взрыв, ребята. Сейчас будет... Нет, не будет взрыв. Она не взорвется. Да почему бомба не взрывается? Ты что, читерскую бомбу как-то поставил? Нет, сам... Отлично, мы начинаем поедать. Откройте. Да что ваша бомба не взрывается? Вы что, там изолентой обмотали или что? Да. Китайская. Китайская изолентой? Не, китайская бомба не взрывается. Вот так, значит, да, ты хочешь? Хорошо, на. До связи. Я знаю, ребята, что надо сделать, чтобы взорвать бомбу. Надо взять маленького чилипиздрика. Слышь, ты, пулеметчик с большой дороги. Я тебе среднего возьму, не знаю. Отлично. Конечно. Не надо против. Да, стреляйте шарами, это и добиваюсь. Дробовика его домашнего. А чего загородили? Я думал, бомба будет доступна как-то для меня. Ох, отлично, ребята, сработало. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще.